Всем привет! Сегодня 17 апреля. Я хочу рассказать о том, что сегодня я решила закрыть канал Алиса Лайт, потому что он мне надоел. Мы проснимали примерно год, начиная с того года. Вначале там было по несколько минут видео просто так для себя с Алисой, когда я был месяц и так далее. Мы снимали минутные ролики, потом это перешло в настоящее увлечение. Начали выкладывать влоги такие, минут на 20. Короче, затянул YouTube и все остальное. Мне очень нравилось снимать. Мне очень нравилось снимать и даже смотреть на себя часами. Я очень люблю со стороны, вот, просто так, потому что каждый человек себя любит, по идее. И мне пофигу, что там не было подписчиков, там 10 человек за полгода подписалось, родственников, меня это не смущало. Даже прикольно было, кто-то смотрел иногда. Но главное, что я смотрела на себя. Вот. Ну, в общем, продолжалось это месяцев 7-8. Потом что-то реже стали выкладывать. Вроде все уже показали. Дом, квартиру, деревню. По 35 раз одно и то же. День сурка. Мы снимали, хотя тем было много, но как-то мотивация стала ослабевать, и наконец все стало хуже и хуже, все надоело, осенняя депрессия пришла, как обычно. Весной осенняя депрессия, но это уже не важно. И наконец, короче говоря, когда уже было 230 подписчиков, вот сейчас на данный момент, взаимных, мы решили закрыть этот канал, вернее, я решила, потому что мне надоело снимать. Ну, правда, ты просто решила канал закрыть, а видео не снимать. А все потому, что я ленивая жопа и унылая тоже. Последнее время все хуже и хуже. Хочется на море, а денег нету. Поэтому съемки я прекращаю до моего хорошего настроения. Еще несколько слов о взаимных подписках, потому что все сейчас снимают на эту тему, начинающие блогеры. Я считаю, что это необходимо, потому что у меня был опыт без взаимных подписок. Как бы у меня канал висел на Ютубе 10 месяцев. Ну, как они говорят, что Ютуб показывает свежие ролики. Но это все фигня, потому что у меня было без взаимных подписок всего лишь 10 подписчиков, и они вообще не прибавлялись. Ни один, ни два, ни три. Просто их не было. Даже просмотры не увеличивались. Просмотры не увеличивались. Вообще никакого движения не было. Но я понимаю, что унылая жопа. Но, блин, даже всякие тупые ролики, которые дети снимают, и то у них есть продвижение, когда много подписчиков. Взаимных, например. По одной минуте. Ой, кстати, у меня средняя продолжительность видео просмотров в аналитике. Одна минута с чем-то. Да, у кого не так, напишите. Потому что люди открывают, минуту выдерживают еще кое-как. И нафиг закрывают. И я их понимаю. Потому что это не зрители. Ну, зрителей у меня вообще не будет никогда. Я, в принципе, для себя же снимаю. Вот сейчас мне уже стало лень снимать даже для себя. Так что я считаю, что взаимные подписки нужны. Они помогают раскрутить канал. Помогайте люди друг другу, подписывайтесь на всех, кто вам предлагает
Но вы ничего не должны, естественно, никому заходить там, что-то смотреть, комментировать. Это по желанию друг друга. Я считаю, что это глупо. Большая глупость, взаимные подписки, они ни к чему не ведут. Это ложный путь. Вот, так и называется. Это ложный путь никуда. Потому что на самом деле... Еще один начинающий блогер. Да, потому что на самом деле только зрители придут, когда о вас будет говорить другой раскрученный канал какой-то. Потому что все блогеры, которые раскручены сейчас, они все говорили, или они там рекламу заказывали на других каналах, или о них кто-то говорил там, у кого много подписок, только так. А не кто-то с нуля, просто так снимает. Но если только у тебя трэшевые видео какие-то там. Я считаю, что вообще, да, реклама очень нужна и важна. А взаимно она не будет YouTube продвигать. Ну, когда ты не хочешь рекламировать, потому что, по сути, я считаю, что у меня вообще нечего рекламировать. Канал так себе, вообще видео ни о чем. Только я их могу смотреть. Поэтому для меня реклама сейчас не нужна. Так, 90% роликов. Я считаю, просто если интересный канал, то его стоит, да, рекламировать. И люди придут и останутся там. А если ты будешь рекламировать, а там фигня, ну, посмотрят один раз и уйдут. Ну, да. Поэтому рекламой я тоже не занимаюсь своего канала. Вообще на улице в Санкт-Петербурге весна, 12 градусов тепла, куртки уже жарко. Так что люди, если кто-то вообще досмотрит до этого, до конца или до середины этого видео, не расстраивайтесь. Естественно, никто не досмотрит. Снимать. И, конечно, сейчас можно нести всякую фигню. Мы матерились, но мы не материмся. Хочу еще сказать, что я никогда не смотрю взаимных подписчиков. Если только они... Не, ну вначале-то они привлекают внимание. И кто-то даже задерживает его на некоторое время. Иногда вообще-то смотрю. Но в основном нет. Ну все, всем пока, всем счастливо. С вами была Юля и Леша. До новых встреч. И Алиса, спящая в коляске. Пока-пока, прощайте. До свидания. Не говорите мне прощай, скажите просто до свидания. Все, счастливо.